Всем привет! Сегодня я вам расскажу еще про одного питомца, который у нас живет. И это паук. Паук Брахипельма Ваганс. Почему именно Ваганс? Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо каналу Paradise for Spiders, который порекомендовал самых простых пауков для новичков. И уже из этого списка был выбран паук, который просто понравился нам внешне. И можно сказать, что этот паук из самых простых является наиболее сложным, потому что у него могут быть особенности в поведении, может быть более нервное поведение, но оно отличается от линьки к линьке. По крайней мере, пока что я не заметил, что этот паук имеет какое-то нервное поведение. Приобретен он был в небольшом таком контейнере и пересажен в первый пробный террариум, который мы сделали из пищевого контейнера. Это был временный террариум, в котором я хотел понаблюдать поподробнее за пауком. Здесь я не устанавливал какие-то укрытия, чтобы он был всегда на виду. Контейнер обычный пищевой, просверлено несколько отверстий с разных сторон. Сверху также крышка с вентиляцией. На дно мы уложили кокосовый субстрат и установили для эстетического удовольствия небольшую палочку. В этом контейнере паук прожил около месяца. Он успел здесь один раз полинять. Пытался копать здесь норы, что свойственно для таких пауков. Сделал себе небольшое укрытие. Но, в принципе, он был всегда на виду, поэтому за ним можно было очень комфортно и удобно наблюдать. После первой линьки стал вопрос уже с его переселением. И для переселения мы выбрали террариум Экзотера. Давно уже хотел я попробовать террариум именно этой фирмы, но здесь есть ряд нюансов. Поподробнее расскажу вам в этом видео. Такой террариум является самым маленьким из линейки Экзотера, но для таких пауков он будет в самый раз, и паука вы здесь можете держать до достижения предельного размера. При выборе укрытия я столкнулся с тем, что современный рынок наводнен различными непонятными укрытиями, там всякими черепами, какими-то укрытиями сверху с грибами светящимися, ну так далее. И поэтому из всех зол, которые я увидел в магазинах террариумистики, я выбрал наиболее подходящее для меня. Я выбрал 3 яйца, судя по всему, это какие-то яйца динозавров. В двух местах сделаны входы в это укрытие. И кроме этого, почему еще я выбрал именно это, здесь есть и поилка сразу. То есть не надо будет докупать отдельно поилку, а вот в такой вот комплекс вы можете установить, и здесь паук уже будет жить, и плюс может пить еще. Вначале я хотел посадить сюда живые растения. Но потом вопрос стал с тем, что этот паук любит копать норы, и поэтому все корни растений постоянно будут вывернуты. Ну, в общем, здесь очень много сложностей и нюансов. Плюс еще к тому, что за этим пауком будет ухаживать или стараться ухаживать ребенок. Поэтому смысла не было здесь устанавливать растения, устанавливать свет и создавать дополнительные нюансы и сложности при уходе за этим питомцем. Из растений поэтому был выбран небольшое такое пластиковое растение, которое очень похоже на настоящее и смотрится достаточно хорошо. Подготовка террариума наиболее простая. Используем опять кокосовый субстрат. В первое время я положил достаточно большой уровень субстрата. Устанавливаем здесь наше укрытие, ну и устанавливаем пластиковое растение. И с какими неудобствами в плане эксплуатации этого террариума я столкнулся? Первое, с чем я столкнулся, это с тем, что спереди, несмотря на то, что это очень удобная дверца, ее удобно открывать, но есть вентиляция, которая выполнена в таком черном пластике, и наблюдать с передней стороны за пауком становится проблематично, становится сложнее. Может быть, в других террариумах линейки Экзотера будет удобно. И к тому же нижняя часть хорошо проклеена и, в принципе, предназначена для создания здесь полюдариума. То есть снизу у вас будет вода, потом сделан небольшой какой-то остров, и там уже будут у вас установлены растения. Второе, с чем я столкнулся, это с тем, что фон здесь он пенопластовый. И паук спустя какое-то время решил покопать норы. Была выкопана большая нора снизу, и добрался он до этого фона, который он благополучно разгрыз, прогрыз себе там дополнительную нору, и залез спокойно за этот фон, и периодически он там находился, когда чувствовал опасность. Если мы, например, брали террариум, переставляли его с места на место, паук туда убегал и какое-то время находился за фоном. Что, в принципе, тоже непонятно.
Несмотря на то, что это удобно, фон легкий, но для пауков этот фон вряд ли подойдет. Вообще, я не сторонник создавать дополнительные проблемы пауку, как-то ему мешать устраивать свой быт в террариуме, но здесь я принял решение убрать большой слишком слой субстрата, кокосового субстрата, ну и заложил вот этот вход, который он прогрыз, камнями, чтобы больше он за этот фон не убегал, а находился в своем укрытии. С влажностью у этих пауков большой проблем нет. Достаточно поддерживать влажность около 60-70%. Вот, например, я увлажняю этот террариум один раз в неделю. Этого вполне достаточно. Кокосовый субстрат хорошо держит влажность, плюс у паука всегда есть в поилке вода. С кормлением тоже больших проблем нет. Кормлю я раз в неделю туркменскими тараканами, и здесь очень интересно наблюдать. Все происходит моментально и быстро. Интересный был момент, когда я решил заснять для вас кормление, когда паук попытался схватить таракана, но таракан оказался очень хитрым и вертким и смог убежать от паука. Ребята, если вы хотите завести какое-то необычное домашнее животное, паук в этом плане подходит отлично. Он живет в своем ограниченном пространстве. Кормить его надо всего лишь раз в неделю, увлажнять тоже раз в неделю. Не нужен ему ежедневный уход. Ну а наблюдать за ним всегда очень интересно. Он имеет необычный внешний вид, такой он весь пушистый, красивую имеет раскраску. Поэтому вот особенно детям он очень нравится, они любят наблюдать за ним. Тем более, что после того, как я убрал дополнительный слой кокосового субстрата, паук периодически выползает из своего укрытия и радует нас своим внешним видом и своим аккуратным, осторожным передвижением, своим поведением. Опять же, сложностей с его поведением я не заметил. То, что у него поведение нервное, вот именно у Брахипельмы вагенс, этого я не увидел. Но опять же, он меня полинял всего два раза, сейчас он находится в седьмой линьке, поэтому будем дальше наблюдать за его поведением, за его развитием. Но об основных новостях и изменениях с этим пауком я буду с вами делиться в рубрике «Муравьиные новости». Спасибо, что посмотрели это видео, не забывайте подписаться и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока!